учащиеся гимназии имени Фридриха из германского Касселя в рамках международного проекта по обмену школьниками городов-побратимов Касселя и Нового Уренгоя посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Газпром-добыча Ямбург». Немецкие гости в сопровождении педагогов и учеников Новоуренгойской гимназии на полдня погрузились в спортивные будни воспитанников ДЮСШ Ямбург. После экскурсии гимназисты разбились на группы по интересам, и им было предложено попробовать себя в том или ином виде спорта. По словам ребят, их многое удивило в городе газодобытчиков, в том числе и на этой экскурсии. Да, у нас все платные занятия. Тут, я как и слышал, все, которые тут в школе учатся, им это все бесплатно, это мне тоже очень понравилось.